Сегодня очень такой волнительный день, не пожалуйста, это день действительно старшего поколения. С вами очень приятно и работать было, и вообще в жизни рядом идти всегда. Учиться вас всему, вашему опыту, вашим всему, что служили, все самое хорошее вы нам очень сильно вас благодарим. В Казахстане 1 октября отмечается один из особых осенних праздников. День старшего поколения. Мы очень рады сегодняшней встрече с вами.